Почему удобнее пользоваться банковскими картами, нежели наличными? И чем еще выгоден безналичный расчет для клиентов Сбербанка? Об этом в следующем сюжете. А я же с вами прощаюсь. До свидания. Бумажные купюры, будь это доллары, евро, рубли, ежедневно проходят через миллионы рук, кошельков и карманов, что становится причиной их загрязнения. При желании контакта с такой купюрой можно избежать. Сейчас все больше людей предпочитают безналичный расчет. Сбербанк России в числе первых в использовании прогрессивных технологий расчета. Очень приятно отметить, что за прошедший год с использованием карт Сбербанка в магазинах наши клиенты рассчитались на сумму более чем 4,5 миллиарда рублей. При этом не только жители республики относятся к этому позитивно, но и сами предприятия и организации очень активно подключаются, ставят наши терминалы. За прошлый год в Чувашии более 1000 предприятий и организаций установили терминалы для обслуживания пластиковых карт Сбербанка. Теперь у нас в республике парк активных торгово-сервисных точек Сбербанка составляет порядка 2700 единиц. Картой можно расплатиться в магазинах, парикмахерских, аптеках, гостиницах, торговых и оздоровительных комплексах, на АЗС. К тому же с 2011 года работает программа лояльности «Спасибо от Сбербанка». Клиенты, которые рассчитываются с помощью карты, получают бонусы в виде так называемых «спасибо» и потом могут использовать накопленные для приобретения товаров и оплаты услуг в сети партнеров банка, в том числе и при расчетах за покупки в сети интернет. Клиенты получают возможность получить дополнительное спасибо, которое начисляется в виде процентов от суммы совершенной покупки. Минимальная граница – это 0,5%, а ряд партнеров предоставляют дополнительные бонусы, и сумма начисленных бонусов достигает 15,5% от суммы покупки в магазине. Подключиться к услуге «Спасибо» могут все держатели карт Сбербанка. Дебетовых и кредитных, социальных и премиум-класса по всему миру. Сделать это очень просто. Необходимо зарегистрироваться через банкомат или через Сбербанк онлайн. За подключение и участие комиссия не взимается.